давайте начнем. Это лекция, которую проводит профессор Кихеле, декан университета психологии, психотерапии и судебной медицины университета УИМА, клиник аналитик Международной психологической ассоциации. Давайте поприветствуем нас. Эта лекция посвящена эффективности психотерапии. Yeah. It's a great pleasure to have him. He is the most important person tonight. So. Yeah? Translates, yeah. Good. Спасибо, что есть переводчик. Сегодня он самый важный. Oh, it's a pleasure for me to come to Stavropol. Очень приятно быть здесь у вас в Ставрополе. Having been many, many times in Moscow and Petersburg. Может, уже много раз был в Москве и Петербурге. I didn't know how beautiful Stavropol is, or else I would have come long before. In order to make you understand my scientific position, I have to tell you a little bit about my career. Since October 1970, I have worked full-time in a department of psychotherapy and psychosomatic medicine. С октября 1970 года он работает в отделении психосоматической медицины и психотерапии. Every day I had 50% of time to do clinic and administration and 50% time to do research. Каждый день 50% половину своего времени он уделяет администрированию и клинической деятельности, а 50% исследованиям. And I also had the opportunity to get a lot of money for doing that kind of research. И, конечно же, есть всегда возможность для того, чтобы предоставляли средства на ведение подобных исследований. My scientific home country is the Society for Psychotherapy Research. В научном плане его родной родиной является общество для исследований в области психотерапии. This is an international society. Started in 1967 and ever since has taken care of the development of scientific issues in psychotherapy. Это общество, которое начало свою деятельность в 1967 году и с тех пор занимается вопросами исследований в области психотерапии. This is not a psychoanalytic society. Это не психоаналитическая ассоциация. It's not a cognitive behavioral society. И общество не имеет отношения к когнитивно-бихевиоральной терапии. It's a group where people meet who want to study psychotherapy. That's it. In my clinical work, I must say, confess, I'm a very strong psychoanalyst. But when it comes to research, the question of what do you believe in is finito. Вопрос такой, как во что ты веришь, то здесь уже речь об этом не идет. So this what I'm presenting is hardcore research, not belief. Поэтому то, что вам будет представлено, то, что он представляет здесь, это не убеждение, это просто результат исследования. I selected this title because the issue of how much, how long, who needs how much is in the core of many discussions. Come in. Sit on the floor, whatever. Вот эта презентация названа именно так, краткосрочная или длительная, и сколько кому нужно. Это не случайно, это как раз таки суть многих дискуссий. Right in the beginning, here is a wonderful homepage, I tell you. It's a wonderful homepage. Вначале на первой странице вы видите адрес интернет-страницы. Это замечательная страница. It contains what I've written the last 20-25 years, and this is a real lot. It's about 600 papers by now, growing daily. But for you, the most important is the Ulm textbook of psychoanalytic therapy. Но для вас, может быть, самым важным будет учебник Ульмский, учебник психотерапии, психотерапии. Which has been translated by now in 17 languages. Который на данный момент уже был переведен на 17 языков. And you find this textbook in Russian free of charge to download. Вы можете абсолютно бесплатно скачать эту книгу на русском языке. Why free of charge? Because this book has been
had such an success in Germany. Почему бесплатно? Потому что книга была с таким успехом встречена в Германии. In the English world, that I decided, okay, for the rest of the world, make it free of charge. Эта книга также тогда была издана на английском языке, она тоже очень успешно продавалась, поэтому Хорст решил, что теперь можно бесплатно ее раздавать. But I will show you at the end the codes how to get into this page, because this is a page only for friends. Но потом, позднее вам будут предоставлены ссылки более точные на эту книгу, потому что вообще это ссылки для друзей. Okay, let's move on, please. Давайте дальше. Okay, the issue. Ну теперь вопрос. In clinical discourse, short or long are, in a way, standard discussions. В клиническом плане всегда идет дискуссия, длительная или краткосрочная. When you look more specific, you find, and you will know this as clinicians, there are different variations of the topic. Вы всегда можете, как клинические специалисты, можете видеть, что это тема может, в общем-то, варьироваться. Some patients want as little as possible. Некоторые пациенты хотят как можно меньше. Others say, oh, as much. Некоторые говорят, что как можно rest больше. Of my life, yeah? Why некоторые not? Хотят на всю жизнь, чтобы это делать. Okay. Therapists in feeling responsible for the society try to think, well, as little as necessary. Ну, терапевты думают, поскольку они заботятся об обществе, говорят, ну, наверное, настолько немного, насколько это необходимо. And sometimes as much as possible. А иногда как можно больше. Okay, so this is a issue that has many ramifications. Ну, опять же, здесь возможны абсолютно разные комбинации, сочетания. And basically it's a matter of ethics, medical ethics. Ну, в целом можно сказать, что это вопрос этики, медицинской этики. Because psychotherapy in your country, in our country, is a rare good. Потому что психотерапия в вашей стране это, в общем-то, хорошая вещь. Even if in Germany psychotherapy is covered fully by insurance companies. Но это не так часто встречается, хотя, например, если брать сравнение с Германией, то там полностью расходы на терапию пациентам покрывают страховые компании. It's still a rare good. Not everybody who needs gets psychotherapy. Конечно, это тоже, в общем-то, хорошее благо, но не все это могут получить. Okay. Now, to get into the field of psychotherapy and the topic of effectiveness. Ну теперь, если говорить о психотерапии и точнее о проблеме эффективности. You have to realize that for, let's say, the first 70 years of psychotherapy, starting with Freud, yeah, psychotherapy was not a topic of systematic evaluation, not really. Сначала в течение первых 70 лет, может быть, со времен Фрейда, вы можете помнить, что психотерапия не была предметом каких-то оценок или исследований. I mean, we had 1930 a first evaluation in Berlin, then some in London, in New York, but not really a topic. Ну, можете, конечно, вспомнить, что в 30-х годах были попытки исследовать в Берлине, в Лондоне и так далее, но в принципе не было систематического исследования. In 1970, the North American Agency for Mental Health started the first big test for psychotherapy. В 1970 году в Северной Америке общество исследования психотерапии начали первое изучение. It's by now a famous study on the psychotherapy treatment of depression. Это было исследование сейчас уже известно как исследование воздействия психотерапии в случае депрессии. And it generated a field that we now call the field of randomized controlled studies. Ну и после этого уже в нашу жизнь вошло такое понятие как область рандомизированных контролируемых исследований. Now, today in medicine, this is a term that is well known to everybody. Сейчас в медицине этот термин очень хорошо всем известен. For example, in the Ulm Department of Pediatrics. Например, в департаменте педиатрии в Ульме. They have specialized on the research on child leukemia. Есть группа специалистов, которая изучает непосредственно детскую лейкемию. Every child that comes into this clinic is in a randomized controlled study included. И каждый ребенок, который попадает в эту клинику как пациент, его сразу же включают в группу исследуемых в рамках этого рандомизированного контролируемого исследования. People say only if you really control treatments in an experimental way, we are able to move on and to make progress. Потому что люди полагают, что только если они могут контролируемые исследования проводить, только в этом случае у них будет возможность достигать какого-то прогресса, лечить людей. In the field, there's a huge debate with many
divergent idea whether this model of randomized controlled treatment studies is suitable for psychotherapy. Ну, в рамках обсуждаемой проблемы вообще идут большие дебаты по поводу того, насколько подходящим вообще является применение таких контролируемых исследований по отношению к психотерапии. But the minimum today I would expect from any therapist, you have to understand what's going on. Как минимум на данный момент можно ожидать, чтобы хотя бы каждый психотерапевт сегодня понимал, что вообще происходит. To have a feeling about and to be able to criticize it. Для того, чтобы иметь хотя бы представление об этом и, кроме того, быть способным выразить свою критическую точку зрения. Okay. The basic distinction you have to make, at least in English it's easy, I don't know in Russian, that experimental studies, they identify what's called efficacy. And the naturalistic studies, they identify what's called effectiveness. Дело в том, что если говорить о разных типах исследований, то экспериментальные исследования, может быть, это сложно объяснить в русском, но в английском есть два разных слова. В одном случае это эффект или воздействие, а в другом случае это эффективность. So you see, this is a test tube. I take a little bit acid, put it in, then I'm like, so, and then I find out, oh, it's changed. Потом немножко взболтать ее, понюхать, естественно, вы видите, что результат есть, изменился запах. Then I repeat this 10 times. Если это повторить 10 раз. Different colors putting in. Например, там разные цвета. And I'm blind for the colors. На человек, может быть, кто-то, например, не видит цветов. So this is the usual placebo-controlled randomized study, right? Таким образом проводятся обычные плацебо-контролируемые исследования. You have an active drug and a placebo pill. И обычно берется в одном случае для одной группы это активное вещество, медикамент, а для другой группы это плацебо. For example, placebo study in depression. Например, исследование плацебо в области депрессии. The placebo pill tastes like the pill for depression, the same taste. Это тоже таблетка, которая плацебо, она по вкусу такая же, как настоящий медикамент, которым лечат депрессию. So neither doctor nor patient knows is this a pill or it is a placebo. И таким образом ни доктор, ни сам пациент не знают, это настоящая таблетка или это плацебо. First question, can you do a placebo study in psychotherapy? Первый вопрос, можно ли плацебо применить по отношению к психотерапии? Certainly you cannot do a double-blind placebo study where the therapist is blind what he's doing. Конечно, нельзя здесь вслепую, скажем так, применить двойной слепой метод, когда даже сам терапевт не знает, что вообще у нас осуществляет. Okay. Are the patient blind for the kind of treatment? А если говорить о пациенте, то он тоже действует вслепую, он не видит, чем его лечат. Well, in Western Germany, patients say, but this is not a couch, I want a couch, doctor. В Западной Германии пациент может сказать терапевту, знаешь, у тебя здесь кушетки нет, а мне она нужна. So, to the degree that patients have some information about psychotherapy, and most likely they have some idea about psychotherapy, it's very critical to do a good placebo-controlled study in psychotherapy. Если говорить о том, что пациент хотя бы какую-то информацию имеет о психотерапии, как она традиционно проводится, важно сказать, что здесь нужно разработать механизм какого-то плацебо-эксперимента. The minimum you should do is to have at least a kind of a informal group meeting, having tea every week, two hours with nice people and a nice old lady. Sorry for the old ladies here. But that would be a kind of a placebo control condition. Может быть, скажем, как минимум можно создать такую группу, которая будет встречаться там раз в две недели, там пить чай, будут приходить старые, простите, кто уже в возрасте, старые бабушки, и по крайней мере это будет своего рода плацебо контролируемое такое исследование. Another way of doing it, make a waiting control group. А можно сделать контролируемую группу. The one group you start treatment, and the next group you start after 10 weeks. So. Группа, например, с которой вы начинаете работать лечить, а потом еще одну группу, с которой вы начинаете работать через 10 недель. But this again, people start to think, why me? Why have I to wait? Но опять же в этом случае люди скажут, что а почему я попал именно в эту группу, которая должна ждать? Then you have to lie. You start lying. You don't tell people that are waiting. That's risky, you see? Вы не скажете им наверняка, почему вы заставляете их ждать, потому что это слишком рискованно. So the only real good test in terms of this randomized control treatment experiment are comparing one treatment with known
efficacy to a new treatment with not yet known efficacy. Поэтому лучшим, наверное, выходом будет сделать следующим образом. Взять несколько видов терапии, сравнить их и в плане эффективности, в плане воздействия разные виды, что можно. Oh, now comes the next problem, which is terrible. Yeah? Ну, теперь еще одна проблема. Это просто ужасно. In the real world, patients do not have one disorder. Дело в том, что в реальном мире у пациентов обычно не бывает только одно расстройство. If you have depression, 80% probability to have also anxiety. Если есть депрессия, то 80% можно с 80% уверенностью можно сказать, что у него есть и тревога. Or bulimia, or somatoform disorder, whatever. So, like in psychopharmacology, you have a selection of patients that are only 10% of the real world samples. И поэтому на самом деле приходится отбирать пациентов, и из них только 10% будут таких реальных образцов. 10% всего. So in this first famous study in the United States, they advertised in the newspaper, are you depressive? Didn't you have suicidal thinking? Okay, then come to us, we pay you. So, дело в том, что в Соединенных Штатах, когда первые исследования проводили, то давали объявление в газете, что если у вас есть депрессия, больше ничего, обращайтесь к нам, оплатим для этого участие в эксперименте. Okay, this is one problem. Это одна проблема. The next problem is called manualization of procedure. Ну, еще одна проблема обозначается как мануализация процедуры. You see, I have to run always the same kind of doing it, therapy. Not this, like this. Always the same kind of thing. That's manualization of the treatment. Развивается, чтобы каждая из групп получала ответ что-то другое. Должно быть все равномерно. And there you have the first very interesting phenomenon. Cognitive behavioral therapists like manualization. That's where they are very good, very successful. И здесь интересный момент. Группа, где когнитивно-бихеверальная терапия проводится, они очень любят такую мануализацию. So they are really very early jumped on this train that to do treatment under a manualized perspective is a way to bring science into clinical worlds. Дело в том, что они больше подготовлены к тому, чтобы в рамки лечения внести такую научную часть. In the meantime, the psychodynamic world also has discovered manualization. So we have manuals for depression, anxiety, somatoform and so on. Психодинамический мир тоже обнаружил возможность использования мануализации, например, там для депрессии, тревожности или каких-то соматоформных расстройств. The next problem is training of therapists. Еще одна проблема – это обучение терапевта, специалиста. If you do a study and if you want to do a good study, you have to specifically train your therapist to a very high level. Если вы хотите провести хорошее исследование, то нужно подготовить своих специалистов на самом лучшем уровне. Why? Почему? Because you don't want to have therapist effects, yeah? You don't want to have a bad and a good therapist in the same study. Потому что вы не хотите, чтобы воздействие своего терапевта помешало проведению. Нельзя, чтобы один был хороший, а другой плохой и участвовали в одном исследовании. I mean, you could not find out whether this treatment is good or the therapist is good. Потому что тогда вы не поймете, что хорошее было, терапевт хороший или лечение само. It's very difficult to get a sample of really extremely good therapists that at the same time are very good in doing one manual. So, yeah? Поэтому сложно остановить какой-то стандарт, качество минимальное для хорошего терапевта и в то же самое время, чтобы он еще и владел навыками мануализации процедуры. The next factor, treatment length is limited. Why? Еще один момент, это то, что длительность лечения ограничена. No. A specific feature of research. You don't want to get old with your study. You want to publish. You have Конечно, just want to have success. Когда исследователь занимается каким-то вопросом, то он всегда хочет не состариться в ходе лечения исследования, а хочет хотя бы опубликовать результаты, которых он достигнет. Even the United States Mental Health, yeah, limited treatment length on 16 sessions. 16 sessions. Даже в Соединенных Штатах это ограничено всегда 16 сеансами. And ever since, somehow, it's a magical figure in this experimental research, 16 sessions to test the efficacy of a treatment. Ну, каким-то образом оказалось, что вот именно эта цифра такая магическая в плане того, что достаточно является для определения эффективности вида лечения. No? Okay. Fine, to have good instruments to measure. This is something we don't debate. Does that make sense? Good instrumentation, yeah? Конечно, необходимо обязательно хороший инструментарий. And good instruments are instruments where you have a normal
sample normal population and you have samples for psychotherapy patients. So these are good instruments. То есть инструментарий, когда у вас есть нормальная популяция участников, образцы, которые можно. Okay, for the experts among you, the psychologists, you know by now what the goal is: to achieve high internal validity. Ну и вы как специалисты, психологи, клинические специалисты знаете, что целью является достичь внутренней валидности на высоком уровне. You want to say only because I do this in exact the same amount, yeah, these liquids are melting. Вы хотите достичь такого момента, когда вы можете сказать, что ну вот поскольку заключение исследования будет следующим, например, вы берете эту бутылку, если сравните, и напишите, что вот при раскачивании ее с таким-то темпом, наконец, эти жидкости начинают смешиваться. The price is low external validity, that means the findings do not generalize to the normal population, which are your patients after all. Но кроме того, необходимо также, чтобы если так разобраться, стоимость, если так можно выразиться, была достаточно низкой на внешнем уровне. То есть вы знаете, что they do not generalize to the normal population, того, чтобы, which are your patients after all. Чтобы это все нельзя было генерализировать на общее население, yeah. Потому что в принципе это ваши пациенты. To illustrate, I just pick out one data set. Ну, для иллюстрации very здесь simple. Один такой набор данных, который можно продемонстрировать. In 1994 we had a very good meta-analysis. This is a survey of studies. В 94 году был проведен очень хороший мета-анализ. Experimental studies of psychotherapy. Это обзор исследований в области психотерапии. We have 429 cognitive behavioral studies. 429 исследований было взято в области когнитивно-бихеверальной терапии. And the average length of these experimental studies was 11 sessions. И в целом, в среднем, каждый из этих курсов лечения, каждый длился порядка 11 недель. Keep this in mind. 11 sessions. Запомните, 11 сеансов. Yeah. In experimental treatment research. Это в экспериментальном исследовании по лечению. Humanistic therapies clearly less studies. Гуманистические виды терапии здесь явно меньше количество исследований. Average length of treatment was 16 sessions. В среднем длительность лечения составляла 16 сеансов. And psychodynamic therapies about all the 80 sessions, average length 27. И психодинамические виды терапии, порядка 82 исследований изучалось, в среднем длительностью 27 сеансов. Now you can make a conclusion. Теперь можно сделать by introducing the real world data set. What is the real world for cognitive behavioral therapy? Какие здесь можно реальные цифры, цифры из реального мира применить в отношении когнитивно-бихеверальной терапии? In Germany, the average length of cognitive behavioral therapy is about 30-35 sessions. Дело в том, что в Германии, например, для когнитивно-бихеверальной терапии средняя длительность составляет 30-35 сеансов. That means you have the problem whether your findings on the 11 session based are valid for the real world cognitive behavioral therapy. Тогда возникает проблема, потому что в исследовании отмечается 11 в среднем сеансов, а в реальном мире эта цифра составляет порядка 30. Even worse with the humanistic veil. The average length of treatment in Germany is 60 sessions. Что касается гуманистических видов терапии, то здесь еще хуже. Например, на самом деле длительность составляет порядка 60 сеансов. Big brother. I see. Okay. Okay. Now, the psychodynamic therapies are quite close to the average length in naturalistic sessions. So this is the message. Yeah. Что касается психодинамических видов терапии, то здесь достаточно близко цифра в экспериментальном исследовании и в реальном мире. This is just to. Yeah. Okay. Now, this was an illustration about a very important field called experimental treatment research. Это было такое вам информация о том, как проводятся исследования в экспериментальном плане. Now. Given the huge amount of experimental treatment research, which has been done, a huge amount by now. Мы понимаем, что на данный момент было очень много экспериментальных исследований проведено. Not 1,000 studies. These are in the meantime 3,000-5,000 studies worldwide. Это даже не ограничивается одной тысячей исследований, там 3-4-5 во всем мире. What comes out repetitively, again and again and again and again. Одно и то же постоянно повторяется. Is a phenomenon that
Lubowski and Singer already in 1975 said, everybody has won and all must have prizes. Победили все и все получат призы. This is the so-called doo-doo effect. Это так называемый эффект Бронда. And you can explain what is the doo-doo. Если можно, я расскажу, откуда это. Это аллюзия на сказку Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Там был момент, когда птица, ныне вымершая, дрон, вот, она бегала, устраивала гонки с Алисой. И потом, когда закончились, Алиса спросила, кто победил. И дрон сказал, что победили все, теперь давай каждому приз. И Алиса вытащила конфетки и стала всем, победили все. In the 30 years since then, this fact has not been basically changed. Ну, в принципе, уже больше 30 лет прошло, более 30 лет, но этот факт так и не изменился. That's the message for today. Take this home. This is the take-home message. В принципе, это то, что вам нужно сегодня хорошо запомнить. Можете забрать вот именно это с собой домой. So, for example, I just might quote a few studies, yeah? Ну, например, здесь можно процитировать несколько исследований. For example, depression is a very favorite topic. Everybody studies depression. Например, депрессия это очень популярная тема, все её исследуют. So, already in this first big study of the United States Mental Health Center, studying depression, major depression. В Соединённых Штатах в крупном центре психического здоровья исследовали депрессию. This was 1980. They showed no difference between cognitive behavioral and interpersonal psychotherapy. 1980. So my colleague Leixenring from Germany, he wrote a summary, a meta-analysis on specifically comparing short-term cognitive and short-term psychodynamic. И вот один из коллег Хорста, Лейксенринг из Германии, он специально провел исследование, исследовав сравнительный такой эффект краткосрочной психодинамической и когнитивно-бихеверальной, также краткосрочной терапии. You have to start to think, why could this be? What's going on? Ну, здесь нужно задуматься, почему такое происходит. Just think about what are the components that are responsible for change. Is it your method? Your therapist? Or the patient's capacity to use psychotherapy. Здесь нужно отметить для себя, задаться вопросом, а почему изменения происходят? Что этому причиной? Метод, который использует, это сам терапевт, или, может быть, личные способности пациента? And say that at this point it's very clear. И на данный момент сейчас все ясно. It's the patient's capacity to use psychotherapy, whatever kind of psychotherapy. Это прежде всего способность пациента использовать саму психотерапию, неважно какого вида. That's the outcome. Factor number one. Ну, прежде всего, это первый основной фактор, который влияет на исход. There are poor patients and good patients. No way, that's real life, that's his life, yeah? Есть пациенты хорошие, есть нехорошие, но это жизнь. There are very sick patients and there are patients that are doing very well, although they are sick, yeah? Есть пациенты очень сильно больные, пораженные недугом, есть, которые нормально функционируют. You will ask, and the disorder makes the disorder difference? Whether you have anxiety, depression, schizophrenia? Да, может быть, вопрос. А есть ли разница, какое расстройство у пациента? Может быть, это расстройство тревожности, а может быть, какое-то еще? Forget it. Disorder has a very small percentage of outcome of psychotherapy. Дело в том, что процент исхода, который приходится на долю самого расстройства, очень низкий. Это очень большое влияние. This is a very critical message. Because it makes life in medicine difficult. You see? Это очень сложно, это критический момент, потому что тогда, в принципе, многие вещи в области медицины усложняются. Medicine, modern scientific medicine, is lived on the concept of biology and of disorder, not on doctor's capacity. Дело в том, что современная медицина, биологический подход базируется на самом расстройстве, а не. You see, if you start to look at medicine in terms of doctor's capacity to help, it's a nightmare, yeah? Потому что если тогда мы начнем изучать способность доктора оказать помощь пациенту, то это просто кошмар будет. Or even if you ask, is this patient healthy enough to need treatment? You cannot ask this in medicine, yeah? Потому что и вопрос, например, в медицине такой вопрос, как задать доктору вопрос, как ты думаешь, этот пациент достаточно здоровый может быть, ему не нужно лечение, то это не совсем верный вопрос задавать.
This is a good and a bad message for psychotherapy. Ну, в плане психотерапии, с одной стороны, это хорошее такое утверждение, с другой стороны, не очень. It's not the disorder and it's not the method of treatment. Итак, это не расстройство и не метод лечения. At least now let's be more realistic. Ну, а теперь будем чуть более реалистичными. All these statements only pertain to short-term therapy. Все это касается только, по крайней мере, здесь краткосрочной терапии. That means we only can talk about psychotherapies up to 1 year or so. То есть мы здесь говорим о психотерапии, которая длится до одного года. We know very much little about longer treatment. Нам не очень много известно о долгосрочных видах лечения. Okay, next, excellent. Another one. You see this guy saying we recently generalized anxiety disorder. Again, no difference between two forms of treatment. Ну вот здесь вот дают результаты исследований этих ученых о эффективности краткосрочной терапии при расстройстве тревожности. If you want to have a copy, this is on this computer, the whole thing. You can have it. No, если no problem. Если вы хотите копию этой презентации, то, пожалуйста, можете потом забрать себе, скачать. Okay. The same. You see, this story it comes up again and again and again. It's even worse. It's even worse the situation. Yeah, this kind of finding. Дело в том, что вот этот результат, который вот здесь представлен, он постоянно подтверждает сам себя и еще больше ухудшает ситуацию. It has been demonstrated the person who does the trial, the responsible researcher, he is impacting the trial with his personal preference. It turns out again and again that the researcher's personal preference makes the role. Дело в том, что было продемонстрировано, что тот человек, который ответственный за ведение эксперимента, он в какой-то мере своим личным восприятием тоже влияет на исход. It's called the allegiance effect. Allegiance effect. You are my friend, so you are better. You so? То есть здесь, скажем, такой эффект, когда вы мои друзья или друзья, и это, конечно, оказывает такое личное вовлеченность, тоже оказывает влияние. Okay, Just to give you one of the most recent, very impressive fields of treatment research. This is borderline, Ну вот здесь еще один момент, это пограничное расстройство. It's very clear borderline has nowadays the position of hysteria to Freud's time, Сейчас понятно, что пограничное расстройство это, можно сказать, своего рода истерия, если говорить о временах Фрейда. Borderlines are the really difficult patients. Пограничные пациенты действительно сложные, ребята. Where psychopharmacology can be of little help, a little bit, but not really. Психофармакология может здесь не очень много может помочь. So, there's a famous cognitive behavior called dialectic behavior therapy by Marsha Linehan. И здесь есть такое вид лечения, как диалектическая поведенческая терапия. Здесь специалист Линехан. Is now very, very much spoken about, practiced in United States psychiatric clinics. Этот специалист очень хорошо известен в клиниках США, его много цитируют его работы. So Otto Kernberg, the psychoanalyst, transference-focused psychotherapy for borderline. There's a traditional supportive therapy. Кроме того, традиционная поддерживающая терапия. And Peter Fonagy from London has now developed a called a mentalization-based. И кроме того, Питер Фонаги из Лондона он сейчас разработал то, что называется психотерапией на основе ментализации. And the most recent version of a new therapy is so-called schema therapy. That's a combination of cognitive and psychodynamic. И последняя недавно разработанная терапия это схемотерапия, так называемая, подразумевает комбинацию когнитивной и психодинамической. Next. So the next recent comparative study, the very last big one we have in this field, by Otto Kernberg, here Kernberg from New York, comparing the three kinds of treatment. Ну и еще одно исследование, которое в числе прочих было проводилось аналитиком Кернбергом, это сравнительная оценка трех видов лечения. And I'm very sad to tell you, no difference. И к сожалению, practically no difference. Нету. Практически разницы никакой. Small difference here and there, but this is not really overwhelming. Какая-то небольшая разница отмечается, но она не имеет значения. After 1 year of treatment, practically no difference in symptomatic recovery. Через год лечения не отмечалось практически никакого восстановления после симптомов.
So, this is depressive. You can say, oh, that makes me depressive. I stop doing treatment research. Or you say, oh, but this is good. Let everybody do his own treatment, and we are all happy. So, Now, let's go back to the clinic world. You see, as long as you talk about once a week psychotherapy for 1 year, this is the state of the art. This is fact. This, you cannot debate this. 1 year, up to 1 year, once a week. This is whatever you do, it will work. Но опять же, если мы говорим только о той терапии, которая длится раз в неделю, краткосрочной, сроком до 1 года. То есть можно сказать, что что бы вы ни делали в рамках вот этого длительности, вот этой временной, никакой разницы не будет. We still could say, oh, it might be a problem with our measurement instruments. Yes, could be. You could say, I see a difference between cognitive behavioral patients and my psychodynamic patients. Could be a measurement problem. Yes, I agree. But still, after 30, 40 years, of a lot of people doing clever development of measure and instrumentation, I would be careful not to invest too much money on this. Now is an interesting phenomenon in the field. Cognitive behavioral therapists, by and large, has decided, okay, we are happy with short-term interventions. Patient should come back when he has a relapse, should come back and should come back. That's okay. Когнитивно-бихевиоральные терапевты говорят, что в целом они, в общем-то, сказали, что, ну хорошо, вот нам достаточно, что краткосрочное лечение есть, у пациента случится рецидив, тогда снова вернется. Снова плохо будет, снова придет. The psychoanalytic world, still deeply in Freud and what Freud was teaching, said, no, it must be different. Психоаналитический мир, они слишком углубились во Фрейда, поэтому они говорят, что нет, должно быть все по-другому. If we treat someone very intensively, 3 times a week, 5 times a week, we can demonstrate that it's superior to once a week. Они говорят, что заявляют, что если мы будем лечить человека своим методом 3 раза в неделю, там или 5 раз в неделю в течение нескольких лет, мы сможем доказать, что это эффективнее, чем раз в неделю. And there's a split in the conceptual worlds of cognitive behavioral people and psychoanalytic people. Это такое расщепление в мире концептуальных вообще представлений между теми, кто придерживается когнитивно-бихевиоральных методов и те, которые лечат психоанализом. So the ones say you can cure people, cure, Freud's cure, you can cure people. And others say, no, you only can do a little bit appeasement. You help for a while, and then things come on. Поэтому некоторые, то есть часть людей говорят, что, то есть как Фрейд сказал, вы можете вылечить, лечите людей. Другие говорят, что вы можете просто немножко его успокоить на определенное время, дать ему облегчение. Okay, now, next, I can now show you, I'm very happy to show you the first worldwide, the first randomized study comparing. Ну а теперь позвольте представить вам теперь первое такое проведенное в мире такое большое сравнительное исследование. Comparing psychoanalysis 3 times a week. 3 раза в неделю. Psychodynamic psychotherapy once a week. Психотерапия раз в неделю. And cognitive behavioral therapy once a week. Когнитивно-бихевиоральная раз в неделю. Randomized study, that means the patients were by chance, sent into the different treatment groups. Because this is the only way to convince the hardcore researchers that your findings have a certain kind of relevance in stability. Заядлых специалистов в области исследования, что ваши результаты ваши действительно объективны и убедительны. Now, if you measure the depression, this was all patients with major depression or dysthymia. If you measure depression with a Beck depression inventory. Здесь, если оценивать, это были пациенты прежде всего с депрессией. Если оценить депрессию по шкале инструментария, большая шкала для оценки депрессии. There's no difference between
Cognitive behavioral psychodynamic, three times a week psychoanalysis. No difference whatsoever. Не было выявлено различий между когнитивно-бихевиоральной терапией, психодинамической и психоанализом трижды в неделю. They looked for the duration of therapy and they looked for the dosage, the number of sessions. Принимались во внимание такие факторы. No correlation. Длительность терапии и дозирование, интенсивность терапии. Но никакой взаимосвязи не нашли. That means this level, this looking for symptoms, yeah, does not make the difference. По крайней мере, на этом уровне, когда мы смотрим на симптомы, this confirms it's true also for longer treatments, the level of symptom improvement is somehow, yeah, it's a ceiling effect. Ну, здесь просто было замечено, что в принципе в плане симптомов, если так можно выразиться, такой эффект потолка. Как есть, так и есть. Now they took a measurement called the inventory of interpersonal problem. Потом взяли другой инструментарий, который называется инструментарий для оценки межличностных проблем. Fairly new, about 10 years around in US, in Germany. And you get a very, very strong effect for psychoanalytic treatment. И здесь было отмечено сильный эффект, сильное воздействие психоаналитического лечения. That means the longer the treatment, the more pronounced the effect, and also the two, the more sessions you have, the more interpersonal problems will result. Дело в том, что чем больше была длительность сессии, тем больше межличностные проблемы исчезали, то есть было воздействие на эти проблемы. And the point I want to make, this is the first study worldwide comparing a long-term treatment with a shorter and low-frequency treatment. Дело в том, что хочется отметить, что это первое в мире исследование, которое проводилось, сравнивая краткосрочную и долгосрочную терапию. So this, I leave this out, this is less pronounced and so on. Ну, остальные результаты, они так выражены, поэтому можно о них сейчас не говорить. The point is there are symptoms and don't hope that symptoms will make difference, whatever you do. It could be that interpersonal problems, they are change resistant. You are the way you are. You don't change so easy, so this measure could be a breakthrough. Yeah. Может быть, вот это вот инструментарий, который позволяет оценить уровень межличностных проблем, дает какую-то надежду, потому что считалось традиционно, что межличностные проблемы не искоренить. Какой вы есть человек, такой и есть. Okay. Next study. We are really lucky right now. After many, many years, we have another study, randomized, good quality. By the way, everything I show is first class quality, yeah, еще you have to believe me. Еще одно рандомизированное исследование. Yeah. Во-первых, ну, хочется сказать, что это хорошее исследование, в принципе, все, которые здесь представлены, это действительно высококачественное исследование. These kind of research projects last about 10 to 15 years, so don't do it, yeah, if you don't have to. Если вам придется, то лучше не начинайте, потому что они длятся как минимум 10-15 лет. Or you only do it when you get paid well. Или, по крайней мере, yeah? Начинаете проект, если вам хорошо. It's a job for a life to do such a study. В принципе, это работа на всю жизнь, можно сказать, обеспечить себя заработок. So, yeah. I did one study on eating disorder 15 years. Как-то позже пришлось сделать исследование по пищевым расстройствам, длилось 15 лет. Now, the Helsinki people, yeah? Ну, это исследование в Хельсинки. They were asked by their insurance company, can you demonstrate that long treatment has relevance? Дело в том, что представители страховой компании задали вопрос: можете продемонстрировать? The state insurance company asking them, look, we are paying this, we want to know whether it's really working. Дело в том, что страховые компании платят, они хотели ответ на свой вопрос. Поскольку мы за это платим, хотим знать, насколько долгосрочная терапия вообще эффективна. So they had a wonderful design. The insurance company would to the patient say, we only pay your treatment when you fill out the questionnaires. Очень интересный выход нашли. Yeah. Страховые компании сказали пациентам, мы оплатим только в том случае, если вы заполните эту анкету. Because usually patients and therapists don't want to fill out questionnaires. Пациенты и терапевты, они абсолютно не хотят связываться с этими анкетами. So this was a lucky collaboration. Поэтому было такое удачное сочетание. They compared short-term psychodynamic therapy. Сравнили краткосрочную психодинамическую терапию. Once a week, 10, 15, 20 sessions. And solution-focused therapy, a systemic therapy. И системную терапию, которая называется терапия, ориентированная на решение. And a long-term psychodynamic therapy. И долгосрочную психодинамическую терапию. So, okay. What did they find? After 1 year of treatment, обнаружили, что после года лечения, both forms of short-term therapy were better
then the long term. Обе формы краткосрочной терапии были лучше, open-ended. Чем долгосрочная терапия. But after 3 years. Но через 3 года. Yeah. And follow up. Long-term therapy was superior, much superior to the short-term. Но последующий трехлетний контроль показал, что долгосрочная терапия намного лучше была для большинства людей. So this changes the perspective. Yeah? Здесь the open-ended psychodynamic therapy might take longer, but good things take time, and in the end, it's really doing the job very well. Здесь перспектива открывается следующая: длительная, так сказать, открытая, незавершенная психодинамическая терапия, она дает положительные перспективы, и действительно можно ожидать хороших изменений. So, you see, and look at the size. They had 326 patients. It's quite a large sample. Достаточно большая выборка была. 326 пациентов. So that's the solution-oriented therapy. Это терапия, ориентированная на решение. Psychodynamic and the short-term, long-term. Психодинамическая терапия одна из них. Краткосрочная, другая долгосрочная. We leave out the other one. So here. Next, good. This is the finding. You see, the short-term treatments were very short. Здесь это результаты, касающиеся дозировки лечения. Systemic therapy 10 sessions, psychodynamic 19 sessions. Систематическая терапия 10 сессий и психодинамическая 19. I told you after 1 year and after 3 years, long term better. И вам говорили, что уже после одного года какие были результаты, и после 3 лет оказалось, что долгосрочно оказалось лучше. And now comes the surprise. И теперь самое интересное. So far, no one ever asked what do patients do after they have been in a treatment experiment. Where do they go to? Do they kill themselves, or what do they do? Yeah. Что с пациентами случается после того, как они прошли, участвовали в этом исследовании? Что они там ведут себя, убивают или что дальше? They carefully looked at these patients. Внимательно исследовали две группы, где были краткосрочные. Found out that the patient said, "Doctor, if you think I'm get enough with 10 sessions, you are wrong. I go to someone else." You see, this was 10, 5, 6, 7 times more treatment they got themselves privately. И как видите, многие из них хотели как минимум раз в 5-6 больше сеансов получать, когда они уже оплачивали это и проходили это на частном уровне. This, now you can go back. This again makes the critique of randomized studies, yeah, more urgent to think about what are you doing. Поэтому это опять же выносит на поверхность такую злободневность вопроса, что мы вообще делаем, насколько это важно. See, patients are not so stupid to be happy with 10 sessions. Usually. Не настолько глупы, чтобы ограничиваться 10 сеансами. Okay. Okay. Now I will report now the world of naturalistic studies. Немножко информации о натуралистическом исследовании. I was lucky enough to also, beside my department in Ulm, I had the Center for Psychotherapy Research in Stuttgart. That's about 1 hour away. Неподалеку от места, где Форст работает, по течению счастливому, есть центр, который находится в Штутгарте, называется Центр исследований в области психотерапии. And there we performed a nationwide naturalistic study on psychotherapy of different kinds. И там было проведено большое на национальном уровне большое исследование натуралистическое сравнение различных видов терапии. Naturalistic means you don't touch, you don't intervene, you only minimal contact patients and doctors. Натуралистическое подразумевает минимальный контакт, то есть вы не вмешиваетесь, интервенцию не проводите, только минимальный контакт с пациентами и с докторами. You pay a high price. That's clear. You don't really know what's going on, yeah? Но в принципе за это, в общем-то, вы несете, платите высокую цену, потому что вы не знаете, что на самом деле происходит. So we had contact to an insurance company, a private insurance company, and they agreed that they would ask every customer who wanted to get psychotherapy. Yeah? Но для этого группа исследователей обратилась в страховую компанию частную, которая предоставляла эти услуги, и они сказали, что предоставят им данные по всем пациентам, которые обращаются и просят
Then we send our questionnaire to the insurance company, and the insurance company sent to the patient, and the patient to the insurance company, and back to us. So very anonymous, yeah? Чтобы соблюсти анонимность, работа была такая. Специалисты-исследователи предоставляют свои анкеты, вопросники в страховую компанию, та, в свою очередь, передает пациентам, потом обратно от пациента идет в страховую компанию, и в итоге попадает к исследователю. Okay. So we contacted about 900 patients. Ну, всего контактов было порядка 900 пациентов. Finally had 780 patients in our sample. И в итоге отобрано было 780. Now the percentage, the 50% in Germany a few years ago were psychodynamic therapy. Здесь можно видеть, что порядка 50% в Германии это пациенты, которые получали психодинамическую терапию. Cognitive behavioral 30%. Порядка 30% это когнитивное. Which is in the rise, I would guess today we are 50-50 already. So, yeah. And what is called psychoanalytic therapy here is twice a week psychoanalytic therapy on the couch about. Okay. Okay, next. So. Now I show you a very unusual figure, which you have not seen, and very few people have seen this, yeah? Теперь очень интересные данные, которые вы, наверное, никогда, может быть, и не встречали. A little detour. In cancer research, yeah? You know, people die. В исследовании, например, в области онкологии, когда люди умирают. In cancer you have a so-called survival curve, yeah? Дело в том, что в ходе исследований you start with 100%, отслеживается and then step by step by step by step, after 5 years you stop, say, okay, who has survived after 5 years is cured. Например, это, если посмотреть кривую, то там через несколько месяцев кто-то из пациентов с онкологией, естественно, умирают и так далее. И через 5 лет вы можете сказать, что те, кто остались, это уже, в общем-то, излечившиеся. Okay. I mean, I've worked in bone marrow transplantation for 25 years, so this is a very familiar world. Дело в том, что просто приходилось иметь дело с мозгом. In medicine and in psychotherapy, treatments die. This is a survival curve of treatments. In contrast to what most therapists think, patients do not wait, patients leave treatments. Дело в том, что в отличие от того, что многие терапевты ожидают, на самом деле пациенты не ждут, они просто выходят из лечения. So this is here, 100% of treatments are alive, right? 100%. And then 90%, 80%, 70%, 50%, 50% of treatments are still ongoing. So then all treatments have stopped. И в итоге достигла шкала той точки, где все виды лечения уже прекратились, были приостановлены. Now, the finding, this is not typical for any kind of treatment. It's true for cognitive behavior. This line, this is true for psychodynamic. Это психодинамическая. And this is true for psychoanalytic. Первая шкала это когнитивная, вторая психодинамическая, третья психоаналитическая терапия. That means in this study, we were observing for 2 years. Every day, one patient left treatment. Said, "Doctor, that's fine. Enough for me." Исследования проводились, пока 2 года они проводились. Каждый день кто-то из пациентов говорил доктору: "До свидания, я пошел, больше не приду." Whatever reasons. Ну, причины могли быть какие угодно. Some feel better. Some say, "No, doctor, you are not the right person. You smoke too much for me, so goodbye." Кто-то просто говорит, что мне уже лучше, я пошел. Другой говорит: "Доктор, ты слишком много куришь, мне это вредно." Others say, "Ah, now I have a girlfriend. That's better than treatment." So every day, people finish, terminate treatment every day. So now I can give you the 50% survival rate. This kind. What's the average? Yeah. When do you people? So you look here and you see cognitive behavior. It's in general a little bit shorter, a little bit. It's not much. Yeah. It's a few sessions shorter than the 50% than the psychodynamic. But basically these two curves are very similar. And you see, 50% of the analytic psychotherapies have finished after 80 sessions. 80.
психоаналитическая терапия порядка 50% ушли после 80 сеансов. And here this curve means there is now the observation point stopped. So there's quite a number of patients that might go on. Здесь окончание лечения, вот эта точка, но если так следить дальше, то в принципе могло все еще продолжаться и выше. But the public opinion of psychoanalysis being endless, it's not supported by our study. Дело в том, что мнение общественное о психоанализе, оно, в общем-то, бесконечно, поэтому результаты исследования ограничены, а это бесконечно. Okay, now let's look individual patients. How do people develop? Давайте посмотрим пациента, как идет развитие. Okay. We have a very simple measurement instrument. Есть очень простой инструмент оценки. Simple, reliable measurement, I told you. And you have this in Russia too, I bet. Очень простой оценочный инструментарий. Instrument is called the symptom checklist. Это лист симптомов, список симптомов. International available in hundreds of languages. Он на сотню языков уже переведен, на сотни языков его можно найти. The nice thing about this level of symptoms, there's a summary level, a global symptom level, and for this, only for this, we have very reliable normative data of normal populations. Охватывает определенный такой глобальный список симптомов, и в этом плане разработаны были определенные нормативные данные. Here the green line, I don't know whether you can see, there's a green line. This is the average of normal population, so this is you here, filling out the questionnaire. As long as you are under this red line, you are in the normal distribution. That means you can have up and downs and so on. So still you are in the normal distribution. Пока вы на до красной линии не доходите, это можно сказать, у вас так нормально, вы входите в сферу нормального распределения. When you move above the red line, you are in a dysfunctional distribution. Если вы переходите красную линию, то вы уже попадаете в дисфункцию, в группу, которая отмечается дисфункция. You should be in psychotherapy. Вам необходима психотерапия. And indeed, when you look at 1,000 patients in Ulm, the average is 1.0. The average 1.0. И если посмотреть на порядка тысячи пациентов в Ульме, например, то в среднем это будет. If you go to the psychiatric hospital, your patients are up at 2 point. So we have a good metric, Если пациент обращается в больницу, то это уже достигает отметки. Шкала, отметка достигается 2. Okay, so this is one patient out of 780 patients, right? Итак, это один пациент из 780. Before he applied here to psychotherapy, here at that time, he got the first time filling out the questionnaire, and he was clearly 1.20, you see? И, ну, к тому моменту, когда этот пациент достиг того момента, когда он заполнил этот опросник. When we asked him to fill out the questionnaire a second time, shortly after having started treatment, he was healthy on this measurement. Сначала у него было, видите, на уровне 1.20, потом, когда мы спросили его второй раз, через некоторое время заполнить, he remained well. И у него нормально все было, он не болел больше. Next. You see this yellow, same picture. Видите, желтая линия, то же самое. Next. Next. So, more. More. Yeah, good. Ah, here you see now one case was high, remained high right until the end of treatment. Видите, один случай оставался уровень достаточно высокий по опроснику, а потом до конца лечения оставался на высоком уровне, а потом снизился. Now, more. Okay. So he should have been in the psychiatric hospital, вот but he was in a private psychotherapist treatment. He started high and he really improved, no question. He became down, not down here, this is unreasonable. Now I could show you 780 of these lines. You would be confused, right? So we ask a statistician, right? That's why these people are made for, They are able to put in their computer all this data, make this like this, so. Потом мы просили специалистов в области статистики собрать все эти данные, ввести в компьютер, все это смешать. I don't tell you the name, it's very complicated, but it's really nowadays state of the art, so hierarchic linear modeling. Next, and you should. No, more, good, more, okay. Now, what I show you now is a
statistical modeling of 780 of these curves. It's a theoretical model. Дело в том, что статистическое моделирование вот этих вот кривых, которых 780 штук, это теоретическое моделирование. It's not a kind of averaging. Not saying, No, it's a theory that tells you with a certain amount of probability. Это теория, которая с определенной долей вероятности. If you want to help a larger proportion of patients, you should treat them, you see, so long until they are crossing the red line. Это теория, согласно которой говорится, что если вы хотите помочь достичь определенной доли вероятности, значит, берете вот такой вид лечения и определенной длительностью до тех пор, пока пациент не достигнет пересечения с красной линией и пойдет вниз. So if your Ministry of Health one day, I don't know when, will introduce psychotherapy in public health, Министерство здравоохранения и будет ответственным за государственное здравоохранение. This is the data set he should use. Наверное, вот такие вот данные и нужно будет использовать. Now your question: does kind of therapy make a difference? That's now. Теперь вопрос следующий. Next. Есть ли разница, какую именно терапию использовать? Okay. Now you have three lines. Здесь три линии. Let's start these two. This is cognitive and psychodynamic therapy once a week. Это когнитивная и психодинамическая раз в неделю. And what do you see? No difference whatsoever. Как видите, практически никакой разницы. No. He takes this home. Once a week psychotherapy, whether it's cognitive behavioral or whether it's psychodynamic, on a large population, we are talking here about 500 people, at least. Здесь идет о 500 участниках. И если так разобраться, то нет разницы, когнитивная или психодинамическая. Here, this group, this is the psychoanalytic group. Верхняя линия – это психоаналитическая группа. They are a little bit sicker. Они были чуть хуже в плане заболевания. Get down a little bit closer to normal distribution. Но почти достигли нормального состояния. It would be very nice. Would be. Это было бы очень хорошо. Now, the pity is we should have 5,000 patients, not 500. Жаль, что у нас было всего лишь 500 пациентов. If we would have a few thousand patients, these differences would be strikingly statistical significant. Если бы у нас несколько тысяч пациентов было в исследовании, 700 is not enough. Тогда у нас было бы статистически надежные данные. The direction is clear. With a larger sample, 700 пациентов недостаточно. Просто понятно, что с большим количеством выборки пациентов, участников. Now, let me tell you again. Go to cancer research, to oncology. Ну, дайте еще раз вам сделать сравнение, провести с онкологией. Recently in Finland, they did a study on prevention of cancer of the colon, asking whether white bread or black bread is better. Недавно в Финляндии провели исследование of the colon here. Провели исследование, я не помню название на русском языке. Провели исследование рака на предмет выявления, что хуже на человека влияет, белый хлеб или черный хлеб, когда он потребляет. 50,000 people. И там приняло участие for 10 years were recorded. 50,000 people for 10 years. Исследование на 50,000 человек. So psychotherapy is still a very modest field. Поэтому психотерапия, если так сравнивать с таким большим исследованием, это очень скромные цифры. This is not a compliment. Это не комплимент. We as clinicians underestimate the problems of our scientific support system. Дело в том, что, может быть, мы как клинические специалисты недооцениваем важность проведения исследований в своей области. We really it's more complicated than most of us know. But on the other hand, you see, with good research, you get any amount of money. Like in medicine, you get the money when you do the research. Дело в том, что недостаточно, конечно, можно сказать, это очень скромные данные. Но все-таки, если когда есть деньги, все можно сделать любое исследование. So now we come to the. We're soon finished. We will have people here. We have a very nice recent paper. A paper you should somehow try to read. It's on my homepage. Дело в том, что здесь это название статьи, которую можно найти на домашней страничке Хоста. Это название. Again, this guy.
Falk Leitzenring. He is boring, I tell you. But he is good, yeah? He is able to do all this, yeah, boring stuff, data analyzing, meta analyzing. But this paper has been published in JAMA. This is the top paper of American Medical Association, not psychiatry. It's the top journal of American American Medical World. So. Потому что эта статья была опубликована в журнале, который медицинский JAMA, это акроним американский, это журнал о медицинской ассоциации в Америке. Это самое, это не просто для в области психотерапии или вообще, это самого высшего уровня журнал в области медицины. The paper was debated in the New York Times. I mean, imagine when is psychotherapy debated in the New York Times? Very, very rare. Статья получила даже была предметом дискуссии в рамках газеты New York Times. Это очень большое достижение, когда психотерапия была обсуждаема на таком большом уровне, высоком уровне. Next. So the summary, you can read now your Russian summary according to. Ну вот здесь вот это результаты исследования. Вот это краткое резюме результатов исследования. Ну вот согласно результатам исследования, анализа этих контролируемых исследований, долгосрочная психодинамическая терапия отличает более высокой эффективностью в целом в отношении конкретных проблем в плане более позитивного функционирования личности, если сравнивать с краткосрочными формами психотерапии. So, summarizing something like 23 studies, he can generate good evidence that for complex mental disorder, that's now the message, yeah, you need more than 20-25 sessions. Very clear, very strong. Таким образом, это человек, который подвел это заключение, он проанализировал порядка 23 исследований результатов и выявил, что в долгосрочном плане эта терапия более успешна в лечении сложных психических расстройств, если сравнивать с краткосрочными, скажем, 20-25 сеансов. That's one message. The next message, we investigated 1,200 patients. Еще результаты одного исследования, которое Хорст участвовал в котором, это исследование в области пищевых расстройств, участвовало порядка 1200 пациентов. For 2.5 years, window of observation. Это окно наблюдения, так называемое, длилось 2.5 года. 100% are here. Это 100%. They were for eating disorder, anorexia, bulimia, смесь какая-то, комбинации были. You see, only 28% of these women. Только 28% были женщины. Stop to be in treatment altogether. Stop to be in treatment. Это люди, которые вообще не приходили больше. Another 62 continued outpatient treatment. 62 пациента продолжали лечение амбулаторно. And 10 inpatients. And 10 проходили. And on, you see, this is it's called now a modern expression is step care, one step after the other. Да, и потом таким образом вы видите эти вилочки, которые показывают, это такой метод исследования, который называется пошаговый метод, когда шаг за шагом отслеживают. So in a way the field of this naturalistic observation is moving into a different conception. То есть можно сказать, что в данном случае натуралистические исследования двигаются по направлению к новой концептуализации. Step by step, if you have anorexia, okay, first treatment, okay, why not have another treatment 5 months later? Такой пошаговый, когда, например, человек анорексия, ему предлагают один вид лечения, следующий шаг, это другой, потом говорят, ну почему бы не попробовать еще? And this is a very medical way of thinking. Again, in cancer, you have treatment and treatment and treatment, and until you are dead. Например, опять же, если сравнивать с онкологией, то здесь лечение длится и длится. And anorexia is the most lethal disorder of adolescence, the most lethal. So you should do everything you can do. Если говорить об анорексии, то это одно из самых распространенных у подростков. Поэтому здесь нужно думать, что с этим можно сделать. So we have a concept there: responders and slow responders. И здесь выходят такие понятия, как насколько человек реагирует на лечение, достаточно хорошо или медленно.
So we do not talk of failures anymore. Здесь мы уже не говорим о проблемах, о неудачах вообще. We say you are a slow responder. Мы просто говорим, to the next trip in a year. Говорим, okay, yeah? Через год приходи снова на лечение, просто Don't worry. Твой организм реагирует медленнее. So this is a very interesting change in perspective. Это вообще очень интересная новая перемена взглядов. Okay, so my answer, final answer. Итак, наконец, вопрос. Просите ответ окончательный. Who needs how much? Кому и сколько необходимо? It's now transformed. Сейчас вопрос можно переделать, перефразировать. How much? What kind? Кому необходимо, когда, сколько? And you might add for by whom? И еще, кроме того, можно сказать, кто может, кто должен давать человеку это лечение. Okay. That's it. That's it. Все. So, question time? Вопросы. Хорошо, если нет вопросов, давайте закончим. Спасибо за участие. До новых встреч. No question? Нет вопросов. Those who want to access the homepage, I promise to give you the code. Те, кто хотят посетить домашнюю страничку. On the first page, you are asked for the name. На первой странице там. And the name is L E H R B U C H. That means textbook. Запросите имя, там название книги. And the password is Cycol. S-C-Y-C-H-O-L. This is only for copyright reasons. If you can't get it, write me an email. If you forget it, write me an email. I sit day and night on my computer waiting for people asking for the code. So, yeah? Okay. Спасибо за участие. Всего хорошего.